Первым порог новой квартиры, как и положено, переступает кот. Полосатому любимцу дом пришелся по душе. Он с любопытством приступает к изучению пространства. Сам же хозяин квартиры Максим Федоров планирует, как будет ее обустраивать. Хозяин в доме с золотыми руками. Максим трудится в строительной фирме и занимается благоустройством города. Жилье есть, время подумать и о создании семьи. Квартира нереально крутая, мне здесь очень понравилось. Особенно настолько она огромная. Мы уже думали насчет холодильника, это первым делом. Потом, ну как кровать, шкаф, купе, ну все как положено, как все будет нормально. Ключи от новеньких квартир глава Самары Олег Фурсов вручил молодым самарцам из числа детей-сирот. В двух новостройках в центре Самары квартиры получили 65 человек. Жилье достойное – это однушки и студии площадью около 50 квадратных метров. Как бонус – прекрасный вид на город. Уже сделан косметический ремонт, установлена вся сантехника и плита. Мы очень хотим, чтобы вот такие шаги в решении ваших жилищных проблем способствовали к тому, что вы более активно увлекались в те преобразования, которые происходят в нашем городе. Те ребята, те дети-сироты, которые находятся в очереди, обязательно будут обеспечены квартирами так же, как и вы. Для этого делается все возможное нашим губернатором. Новоселам дарят сертификат на покупку необходимых вещей и микроволновую печь. В этом году еще 128 сирот получат новые комфортные квартиры с ремонтом в микрорайоне Волгарь. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.